Гирерозавр – один из самых примитивных динозавров подотряда тераподов. Передвигался гирерозавр, по-видимому, на задних лапах, вдвое превосходивших передние по длине. Сильные пальцы передних лап оснащены большими изогнутыми когтями, облегчавшими захват добычи. На задней конечности сохраняется пятая метатарзалия. Череп гирерозавра был с тремя парами отверстий, не считая ноздри и глазницы, которые уменьшали массу черепа, не снижая его прочность. Благодаря скользящему сочленению нижней челюсти, верхний гирерозавр легко отрывал зубами мясо жертв. Охотился на более мелких позвоночных, конкурировал с руизухидами, известными из тех же отложений. Сам он также являлся добычей более крупных ящеров, о чем свидетельствовали обнаруженные на его костях следы зубов. Внешний гирерозавр напоминал более поздних хищных динозавров. Животное бипедальное, как и поздние тераподы. Однако имел и некоторые признаки прозауропод. Например, седалищная кость гирерозавра схожа с той же костью платеозавра. Длина гирерозавра достигала 3 метров, возможно, больше. Гирерозавр – один из немногих очень ранних динозавров, обитавший на территории Южной Америки. Прежде считалось, что гирерозавр принадлежит к базальным ящеротазовым, близким к общим предкам теропод и зауроподоморф. Некоторые характеристики данного динозавра – крупные когти, зубы, особенности костей таза – говорят о его принадлежности к тераподам. Многие палеонтологи, однако, не соглашались с такой классификацией и указывали на отсутствие у гирерозавра ключевых, по их мнению, признаков тераподов, к примеру, полостей в позвонках, предназначенных для воздушных мешков. Однако исследования окаменелостей окончательно устанавливают прямую связь между тераподами и гирерозавром. Близкородственный, но более мелкий ставрикозавр найден в одновозрастных с гирерозавром отложениях в Бразилии. К гирерозавридам также относится хиндезавр из карнийского, норийского яруса Техаса. В формации из чегуаласта встречаются капролиты, окаменевший помет, в которых содержатся мелкие кости, но отсутствуют растительные останки, и которые могли принадлежать гирерозаврам. Результаты минералогического и химического анализов этих капролитов, если только верно предположение об их принадлежности, показывают, что эти динозавры были способны переваривать кости. Сравнение костных склеральных колец гирерозавра и современных птиц и рептилий позволяют предположить, что гирерозавр вел, возможно, катамеральный образ жизни, то есть становился активным через короткие промежутки времени как днем, так и ночью. Данный род был впервые научно описан в 1963 году аргентинским палеонтологом Освальдо Рейгом. При этом родовое название означает «ящер Гереры» и дано в честь Викторина Гереры, местного пастуха, который нашел первые окаменелости гирерозавра в 1959 году близ города Сан-Хуан, а видовое название происходит от названия формации из чегуаласта. Таким образом, полное название вида можно перевести на русский язык как «ящер Гереры из чегуаласта». Один из самых древних динозавров, который требует лайк и подписку. Спасибо за просмотр!